Очень-очень-очень древний велосипед Мангус. Но здесь проблема. У нас болтается чашка внутри рамы. То ли она не закручена, то ли там резьбе хана. Шатуны Труватив под Октолинк. Велосипед удалось полностью воскресить. Оказалось, что здесь не закручена каретка. Туда набилась грязь. И она люфтила. Соответственно, все открыли, все вычистили, все помыли, закрутили заново. С этой стороны поставили контрящее колечко от простой каретки, чтобы наверняка ничего не откручивалось. Перебрали переднюю втулку, настроили тормоза переключателя, чуть-чуть тут поменяли рубашки-тросики, колодки тормозные. В общем, 2000 рублей, и велосипед полностью как новый, все работает, все отлично, а хотели уже как бы приговорить раму. Но вот так удачно все сложилось, что теперь все хорошо. Интересная старенькая такая модель с усиленным рулевым стаканом, чтобы наверняка сюда при желании даже можно конусную вилку поставить через адаптер на промах. Переклюки, не знаю, родные, не родные, но уже вот, к сожалению, все разбито. При этом все работает достаточно хорошо. Резина живая. То есть в целом велосипед такой бодрячком. Перья такие очень прочные, очень мощные, усиленные, широкие. Не видел я давно таких моделей, уже, наверное, лет 10 ему, а может быть и больше даже.